Вы смотрите видео об отеле Caribou, старое название Арка, Rail Quirinus. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Caribou, старое название Арка, Rail Quirinus, расположен в стране Андорра в регионе Пас де ла Каса и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 200 километров от аэропорта Барселона, в 500 метрах от центра поселка Пас де ла Каса, в 600 метрах от подъемника. Остановка автобуса напротив отеля. На территории отеля имеется один ресторан, два бара, спа-центр, беспроводной интернет в лобби бесплатно, лыжное хранилище, багажная комната, гараж. В номерах есть ТВ со спутниковыми каналами, центральное кондиционирование, мини-бар платно, сейф платно, душ или ванна, фен, телефон, детская кровать по запросу, смена белья и полотенец по запросу. Номерной фонд отеля состоит из 39 стандарт румс, 15 квадратных метров, максимум 2 плюс 1 человек. Также бесплатно доступны ТВ-салон. За дополнительную плату имеется сауна, турецкая баня, джакузи, массаж. Год постройки гостиницы – 2002 год, год, когда был сделан последний ремонт – 2007 год. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.